Приветствую вас на канале Red Cat. Я играю в майнинг симулятор на самых высоких настройках. Наконец-то, неужели наконец-то майнинг не будет абсолютно у меня тормозить? Это будет просто какое-то чудо. Какая карта! Смотрите, как она преобразилась. Уже везде прям новогоднее настроение. Привет, Fire. Везде сугробы, снег, падает снежочек. Ой, прям захотелось Новый год сейчас и сразу. Вау-вау-вау, карта, подарка, все шикарно, мне туда надо. Ну, давайте возьмем какой-то подарок новогодний. Ну, не омегаш, ну что ж вы такое даете? Ой, кажется, я наступил случайно на эту карту и попал не туда, куда целился. Тут все по-прежнему, тут не новогоднее настроение, нет-нет-нет. Хочу новогоднее настроение, выходим быстренько и идем в вот эту локацию с надписью Event. Сделали. Давайте посмотрим, что разработчики. Ах, какая карта красивая. Сколько тут елочек. Одна даже наряженная. Тут кто стоит? Санта-Клаус? Привет. Круто. Надеюсь, он какие-то еще подарочки мне даст, помимо того, что квест. Класс, класс. Мне все нравится. Санчата Санта-Клауса. Тут еще один квест. Прям два сразу. Эльф еще дает нам квест какой-то. О, это мне нравится. Слушайте, вы одновременно можете выполнять два квеста, и все это принесет вам в два раза больше подарков. 250 конфет! У меня есть уже 250 конфет. Вы видите, это как в прошлом ивенте был Хэллоуин, когда вы все помните, было очень много конфет. И сейчас тоже они появились, только теперь вот такие вот новогодние конфетки. Я зашел в магазин, судя по всему. Здесь опять же такие есть яйца, есть коробки. Все как, в принципе, мы уже видели до этого в хэллоуинском ивенте. Ну что ж, давайте покопаем, повыполняем квестики. Тем более у меня сразу два квеста, это круто. Ну что ж, запустил квест, смотрю, что мне нужно сделать. Смотрите, даже название руды, которую мне нужно отыскать, они похожи между собой. Это тоже еще один плюс. Я думаю, что это очень базово, очень быстро. Сейчас я все повыполняю. И пойдем смотреть, какие подарки подарят мне ребята, которые заказали, собственно, этот квест. Смотрите, какая шахта красивая. Тут лед, тут почему-то уголь, не знаю, снежки, всякие украшения новогодние. Мне очень нравится карта, тем более, что еще на высоких настройках. Я никогда не играл на высоких настройках на этой карте, и нам не нравится еще больше. Ну что? 20 кэнди всего? 20 конфеток. Что-то слабенько. Давай к эльфу сходим, посмотрим. А что ты мне дашь? 30 конфет. Ну, видите, эльф круче. Круче даже Санта-Клауса. Тоже есть дождь, я так понимаю, из конфет, как и в прошлом ивенте. В общем, они все повторяют. Так, что у нас есть? Еще есть Christmas пак, я смотрю слева. Ну и конфетки. Видите, мне уже насчитывается, уже мне 300 конфеток. Сейчас я буквально еще что-то сделаю. Все, засчитали. Окей, побежали брать еще один подарочек. Ну а потом посмотрим, что добавилось в игре из инвентаря. 60 конфет, уже получше. Я не знаю, я вряд ли, наверное, на что-то соберу путнее, но пока буду просто собирать конфетки, а там посмотрим. Так, и тут 60. 2 по 60. Хорошо. Окей, давайте продадим всю руду и пойдем в магазин, попробуем что-то купить новогоднее. Какой-то ранец новогодний вроде появился. Новая кирка появилась, новый инструмент. Ух ты, подарочек. Класс. А у меня хватает денег на подарочек? Давай, подарочек у меня как раз вписывается в мой бюджетик. Покупаю. Я думаю, что 10 миллионов вполне достаточно. Можно даже свой Infinity пак на него поменять. И мне нравится, что он такой небольшой, поэтому мой хвост, по идее, будет очень хорошо смотреться с этим ранцем, с этим рюкзачком. Еще два подарка есть, но этот круче всего, мне кажется, будет смотреться. Ну и давайте инструмент посмотрим. Так, это все было, все было, все было. О! Ох ты! Неплохо, слушайте. Mining Power 1400, 230 Speed Boost. Круто. Ну и стоит типа много, но на самом деле это очень быстро зарабатывается. Прикольно. Да, смотрите, мне все нравится. Елочка такая крутая.
меч, елочка. И видите, ранец тоже очень хорошо как раз мне под мой аватарчик. Хвостик как раз он не закрывает, он торчит себе спокойненько. Очень жалко, что, скажем так, нельзя похожий ранец купить для моего персонажика. То есть обычно ранцы они все огромные делают на всю спину, чтобы типа красивые, поэтому они все перекрывают мой хвост, и хвост у меня торчит из рюкзака, как правило, что выглядит не очень красиво, как по мне, поэтому я хожу без него, просто с крыльями. Так, ну что, я выполнил еще один квест и получил коробочку, классно. Я хочу, наверное, еще один потом квест выполню, чтобы получить яйца и чтобы получить какие-то новогодние питомцы. Я знаю, что следующий квест, скорее всего, и будет такой, за который нам дадут подарки в виде яиц. Ну что ж, деньги я собрал, так сказать. Давайте откроем вот этот, может, Christmas пак. У меня 51 тысяча есть. Наверное, откроем. Сейчас я вот эти крейты снова открою. Коробочку посмотрю, что мне попадется. Так, 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 так. Тут немного предметов. И мне попалась какая-то ледяная корона. Думаю, ничего там хорошего нету, поэтому даже открывать не буду. Да, много всего добавили. Смотрите, сколько всего. 12 вещей мне не хватает. Но сейчас я куплю Christmas пак и сразу добавятся новые вещи здесь. Дорого, конечно, но ничего, ради своих любимых подписчиков, почему бы и не 22 500 токенов потратил, чтобы вам показать, что же находится в Christmas Pack. Давайте посмотрим, сейчас я полистаю, что они себя представляют, это поубираю, сейчас делаем новогоднее настроение, все оденем на себя. Так, 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 где же этот доминос красивый? Где же крылышки? Вот доминус вижу. 2,8, 2,9, 750. Понятно. Ну и крылья, наверное, такие же будут. Так, так, так. Вот, вот, вот. Christmas. 2,7, 3 и 750. Да. Ничего интересного. И давайте питомца еще глянем, что там за блоб Christmas. Насколько он хорош. Могли, конечно, покрасивее что-то сделать, чем какая-то капелька. Так, что-то я пока не вижу. А, вот он. Смотрим. 2,2, 3,2, 3,10. Ну, опять же таки, не топовый вес. Абсолютно. Вообще не понимаю, эти крисмасы, паки всякие. Вы тратите, в принципе, нормально денег. Если 600 робоксов покупать, то хотелось бы что-то реально крутое. Да, вы получаете, ну, такое себе. Хотя, смотрите, конфетки симпатично вылетают из этого доминуса. Или это из крыльев. Неплохо смотрится, в принципе. Ну да ладно. Так, я вам обещал открыть яйца новогодние. Jolly Egg уже взял один. Так, где... Так, второй я, по-моему, тоже уже брал. Да, да, все два взял. Сейчас будем открывать и смотреть, что мне попадется. Какие же новогодние питомцы? Ух ты, молниеносно просто открылись. Два питомца, по-моему, не повторки. Сейчас я их открою и посмотрю, что попадется мне. Так, 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 где же вы? Ага, вот ты где. Christmas Cat! Ну что ж еще, как не он мне попадется. Скорость немножко, ходьба быстрая. Бесполезный питомец. Так, и Christmas Pupper 1.4, 1.6, 1. Ну да, просто коллекционные, скажем так. Питомцы ничего хорошего из себя не представляют. Ну что ж, ребята, и напоследок хочу еще дать вам 5 кодиков, которые появились после обновления. Christmas дает вам 70 конфеток. Отличный кодик. Следующий код вводим. Santa Claus пишем вместе и получаем 130 конфеток. И еще один код на получение конфеток. Merry Christmas! 250 конфет. Все прям новогодние-новогодние. И еще вот такой вот. Christmas Pet есть. Кодик, он дает легендарное яйцо. И последний код Christmas Hat. Как вы уже поняли, легендарную шапочку вам даст. Ставим лайк, если вы еще не вводили эти кодики. Ну а я, в свою очередь, сейчас отправлюсь, наверное, выполнять дальше квесты для того, чтобы получить самые топовые вещи и показать вам в следующем видео. Ну что ж, ребят, таким получилось видео. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, увидеть вас в следующих видео на канале RedCat. Всем пока!
Пока.